Здравствуйте, дорогие рукодельницы, зрители и гости моего канала. Меня зовут Виктория, и сегодня у меня обзор готовой алмазной мозаики пиона и розы от бренда «Алмазная живопись», производитель Мосфа. Это картина 40 на 40 сантиметров без подрамника. Выкладывается квадратными стразами и содержит 55 цветов страз. Выкладывала я ее около 2 недель. Выкладка была очень легкая, приятная, за исключением некоторых моментов. Вот такой результат у меня получился. Выкладка достаточно ровная, но я так давно не выкладывала квадратными стразами, что забыла о том, что есть проблема с выкладкой светлыми стразами. Все-таки не так плотно они прилегают друг к другу и остаются вот такие, хоть и небольшие, но все-таки щели. Ну ничего страшного. Общее впечатление от выкладки и от картины в целом это не портит. Не бывает идеально ровных страз. Не могут они на 100% ровно прилегать друг к другу из-за разницы в размерах, из-за каких-то небольших дефектов. Но в общем и целом у Мосфы выкладка всегда получается очень-очень приличная, ровная, кроме небольших зазоров. Ну вот, посмотрим. Очень все хорошо, ровненько лежит. Очень мне нравится выкладывать мозаики от Мосфы. Конкретно в этой картине мне очень понравились стразы. Но не сами стразы по качеству, а цвета. Цвета изумительные, что не цвет, то море удовольствия от выкладки. 55 цветов, такое большое разнообразие. Каждый цвет прекрасен по-своему. Частая смена цветов, поэтому выкладывать не надоедало. Наслаждалась каждым цветом, получала свою цветотерапию. Результат просто потрясающий. Очень красивая картина, очень люблю цветы, и розы, и пионы. Очень красивая детальная проработка схемы, все цветочки видно, не сливаются они в какое-то плоское цветовое пятно. Все замечательно. Схема никаких проблем при выкладке не доставляла, читабельная. Нигде ничего не сливалось, не приходилось разглядывать значки. Все, как всегда, у Мосфы в этом плане хорошо. Что касается брака. Просто какое-то дикое количество. Мне кажется, первый раз я вижу такое количество браков. Что-то подобное было в наборе от Грани, когда я выкладывала мозаику лисички. И тогда тоже очень удивилась, что такое количество бракованных страз. И как можно видеть, чего здесь только нет, какого брака. Мусор, сдвоенные стразы, пузырьки, отколотые стразы, стразы разных размеров, неправильные формы, пуклые стразы с обратной стороны. Много стразиков с заусенцами.
пустотелые стразики с различными вкраплениями. Ну, в общем, очень-очень разнообразный брак, и его очень-очень много. Но, несмотря на это, всех цветов мне хватило. Вот. Остатки. Ничего страшного, что такое количество браков, потому что было из чего выбрать. Если страз неровный, заусенцами, с какими-то наплывами, наростами, то это сразу сказывается на выкладке, и это всегда видно. А вот если выкладываешь вечером, освещение недостаточно хорошее, то всегда есть вероятность не увидеть сразу такие маленькие пузырьки, и приходилось уже потом по факту их выковыривать и заменять на качественный страз. Спасибо производителю за достаточное количество качественных страз, за то, что всех страз хватило, за такую великолепную схему, за такой сюжет красивый. Напомню о том, что коробка пришла не запакованная. И в пакетике со стразами, куда обычно вкладывается набор инструментов от Мосфы, набора не было. Я не расстроилась и просто взяла набор, свои старые инструменты и начала выкладку. Единственное, конечно, если человек покупает первый раз картину или покупает в подарок, то здесь уже, конечно, момент неприятный, потому что когда глаза горят, когда руки чешутся, когда хочется приступить к работе. А здесь такой сюрприз, неполная комплектация. Конечно, человеку это будет неприятно, может испортить впечатление от данного производителя, несмотря на то, что картины у них качественные и красивые. В большинстве случаев комплектуются целиком, но тут уже непонятно, чья вина, либо на фабрике забыли положить, либо уже в процессе транспортировки и хранения набор инструментов был утерян, так скажем. Ну и, естественно, тоже, когда даришь, лучше сразу проверить комплектацию, потому что, повторю, коробки приходят вот в таком виде. Они не заклеиваются дополнительно, не упаковываются ни в какую защитную пленку, и поэтому можно ее легко вскрыть и достать, собственно говоря, все, что тебе нужно. Либо просто забыли положить, упустили этот момент при комплектации набора. Да, этот набор я покупала год назад, и сейчас уже вот данного изображения на коробке производитель не печатает. Только вот такая вот визуальная информация с торца. Будьте внимательны, проверяйте заказы сразу при получении, чтобы избежать каких-то разочарований, расстройств и неприятностей. Но все вопросы, я думаю, можно решить с производителем. Так, еще момент по полям. Липкий слой выступает за границей изображения. И так как на него налипает грязь в процессе выкладки, пыль, какой-то ворс от одежды у кого, кошечки, собачки, шерсть. Поэтому их нужно чем-то заклеивать. Когда я выкладывала свою первую картину, это тоже были розы от Мосфы прекрасные, я на это вообще не обращала внимания, не придала этому значения, когда уже к концу выкладки не обратила внимания на то, что весь этот вот выступающий липкий слой у меня стал таким серым. Поэтому я стала заклеивать такими фрагментами от пакетиков для страз. Но сейчас решила кардинально что-то изменить в подходе к этому вопросу. И на Вайлдберрисе я заказала вот такой наборчик для скраббукинга. Скраббукингом я не занимаюсь, но кто знает, может еще все впереди. И я выбрала вот такой замечательный наборчик. Он содержит 24 рулончика с цветными сюжетами. Очень красивые, разнообразные по соотношению количество, метраж, надеюсь, и качество. Очень выгодно, потому что за это я заплатила 338 рублей, а потом эта цена даже еще немножко упала, и можно было в районе 320 рублей тоже
купить. Но цены постоянно меняются на Wildberries с учетом еще вашей личной скидки. Нужно следить, выбирать. Выбор очень большой. Кто этим занимается, понимает, что к чему. И если уж получаете удовольствие от своего хобби, то все должно быть красиво, все должно радовать глаз. И теперь я буду закрывать поля вот таким прекрасным бумажным скотчем с таким очаровательным цветочным принтом. Может, это и нецелесообразно, но глаз радовать будет точно. Тут уж каждый сам выбирает, чем можно закрывать вот эти липкие поля. Длина 2 метра. Рулончик. Это немного, но на такую вот картину 50 на 50, 30 на 40, 40 на 40 вполне вам хватит. Тем более, если у кого-то хранятся работы вот в таком незавершенном виде, без оформления, как у меня пока, то чтобы все-таки пыль не скапливалась, не налипала пыль, шерсть и все такое подобное, то лучше, конечно, эти края закрывать. Ну вот я выложила около половины стразиков. То, что осталось, не так много, но главное, что всех хватило. Во втором лоточке примерно то же самое. Да, еще хочу добавить о том, что брак был совершенно в разном количестве, в разных цветах. То есть в некоторых цветах, особенно в светлых, его было очень много. А в некоторых цветах были прям такие шикарные, ровненькие, жирненькие, красивые, блестящие стразики. Вот так вот блестит картина. Сейчас не особо видно. Солнышка нет. Вот искусственное освещение. Конечно, не передает, как всегда, камера. Но все мы знаем, как вживую блестят наши замечательные алмазные картины. Как радует глаз, как переливается. Особенно на солнышке. Вот такая красота получилась. Очень я рада. И очень довольна результатом. Очень нежная. И в то же время яркая цветовая гамма. Здесь в ленточке такие красивые, нежные. Лилово-розовые, сиреневые, пудровые такие цвета. Чашечка чая, вот как блестит. Очень нежная. Тоже с розочкой. Такие розочки, пионы. Бежевые, розовые, сиреневые. В общем, красота. Какая красивая пара. Еще одна замечательная картина от Мосфы, которую я выкладывала в прошлом году. Называется она «Милый букет». Тоже очень красочная, яркая, красивая картина. Замечательные цветочки. Тоже и пионы, и розочки. И похожи на незабудки. Цветы, во всяком случае, на коробке они выглядели как незабудки. В общем, кто какие цветы видит. Тюльпанчики есть. Тоже с удовольствием я выкладывала эту картину. Она тоже 40 на 40 сантиметров, тоже в квадратных стразах. Но Мосфа, по-моему, выпускает только все в квадратных стразах. И в паре они очень даже органично смотрятся. И можно повесить рядом. Вот такая красота от Мосфа. Такие два замечательных цветочных сюжета у меня получились. На этом я буду заканчивать свой обзор. Спасибо вам большое за просмотр. Если понравилась картина или если выкладывали уже такую картину или собираетесь выложить, ставьте лайк. Ну а вам я желаю всего самого доброго. До следующих встреч. До свидания.